Так, всем привет. Ехал по дороге, по буранке, увидел там следы куропаток. Я их не разобрал, сюда они пошли или сюда. Я проехал чуть вперед и решил тут пройтись, посмотреть следы. Поднял партию рябчиков, 4-5 штук. Вот, одного добыл. Поискал там еще. Начал идти, выходить сюда на поле. Взлетела самочка, тетерев. Начал, думал, все, расстроился, стал идти сюда. Там еще две лунки. Сейчас вот пришел, одел камеру. Сейчас пойдемте попробуем. Сегодня у нас минус 20. Вчера было минус 30. Сегодня минус 25. Но я решил съездить на охоту. И пока удачно. Рябчик уже есть. Тут 5 рябчиков взлетело. Но стрельнул, одного успел. Он на веточку пересел, и я его шлепнул. Да был, вернее. Взлетела тетерка. Скорее всего, тут две тоже тетерки. Ну, одну постараемся взять. Вот там одна, и вот там одна. Можно палкой. Тетерка, ладно. У нас последний шанс. Хоть бы косач. Ку-ку. Ку-ку. Ладно. Возьмем одну. Ну чё? Извини, тетёрочка. Отлично, с полем. Ну, вот результат. Да, в магазине мясо есть, но это вкуснее. Так что много не говорите, что денег нету. Денег нету, да. На бензин есть, а на мясо нету. Ох, какие красавчики. Ну, самец, а это самочка. Ну, пришлось. Потому что давно уже косача, тетерева не стрелял. Ну что, вкусное мясо, очень даже вкусное. Мне нравится тетерев. Рябчик еще больше. Что, пойдем еще куропаток поищем.